Ну и всем привет, с вами Скетла, и как бы сейчас все расскажу. А ну свали! Сейчас тут всем заправляю я. А все почему? А потому что... О, что? А все потому что я принял участие в дубляже зарубежного фанатского фильма по Биониклам. Бионикл. Зажжение. Остров гибели. Это рассказывает часть лора, которую, в принципе, можно было и в настоящие фильмы, если бы Лего не забило на Биониклов, рассказать там. То же самое, как потом было, что вот резко скакнуло до Матануи с его приключениями на других планетах, так и то, что даже его часть не закончили, а лишь в комиксах все такое. Ну ладно, давайте не будем о плохом. В общем, я озвучиваю там Везака. Вот такого вот пирака, который готов уничтожать, у которого потом шизна случилась, но особо не буду со спойлерами, хотя я думаю, лар Биоников многие уже знают, и... Да, к сожалению, Бионика пирать у меня нет, но есть вот такая вот фигурка из Макдональдса. Четыре таких, но в общем, основной здесь Везак. Вот. Но также я озвучил там и еще других персонажей. Не буду говорить сколько, не буду говорить кого именно, потому что посмотрите и узнаете. Уже есть тизер этого проекта, ссылка будет в описании. Также в описании будет ссылка и на оригинальный фильм, но лучше уж так, что зайдите, можете поставить лайк автору оригинала, но подождите наш, потому что хоть там и есть субтитры, вот, но... Мне кажется, когда ты именно слышишь голоса на знакомом тебе языке, так и лучше. Я, допустим, также аниме смотрю, и они вроде смотрят с субтитрами, чтобы там, допустим, быстро или что-то понять, или когда нет хорошей озвучки. Вот, но у нас хорошая озвучка, я вам уверяю, мы очень много стараемся, прям-таки напрягаемся. У нас был кастинг, отбор, который как бы проходил четко, то есть не было так, что человек, который, не знаю... Ну, совсем не подходит к персонажу, взял и резко начал озвучивать там одну из ключевых ролей. Нет, у нас все прям хорошо. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь на канал Ивариона, который все это и устроил. Огромное ему спасибо за это, потому что лично я очень много пытаюсь в озвучку. Я сижу, допустим, листаю ленту какой-нибудь соцсети, оп, какой-то мини-комикс. Взял сам, озвучил для себя самое это. Вот, а этот из меня очень хороший... Шанс, так сказать, показать себя в чем-то. И вроде пока получается. Так что всем удачи, ждите, фильм выйдет. Как я понял, он выйдет уже в этом году. И не болейте, хорошего настроения, будьте на позитиве, любите жизнь. Всем пока. Думал, сможешь заправлять здесь чем-то. Да не тут-то было. Остров принадлежит мне.